Хорошо, у меня две летающие, семь. Кое-кто так подохнет сейчас. Бам! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, я с вами буду играть в игры снова. Не хочу сказать, что я выздоровел, я все еще болею, а на днях у меня новый недуг. У меня очень-очень красные глаза. Не знаю, видно здесь или нет. Из-за того, что лампа светит, возможно, они чуть белее выглядят, чем они есть на самом деле. Жуткие красные глаза, но я думаю, они как раз хорошо вписываются в атмосферу игры, в которой мы с вами играем. Это игра Inscription. Ну ладно, пора узнать, что здесь спрятано. Это та самая игра от всеми любимого нами создателя игры Pony Island и The Hex. Все эти игры мы проходили с вами на этом канале. Если вы не видели, вот прохождение, посмотрите или в описании. Inscription! Нажмите на любую кнопку. И я вот раньше бы поиграл в эту игру, потому что многие из вас просили в нее поиграть. Но у меня горло вот только-только пришло в норму, и я более-менее себя нормально чувствую, не считая глаз, конечно. И я готов поиграть вместе с вами. Немножечко такой выпуск небольшой мы замутим с вами. Итак, новая игра. Мы не можем играть в новую игру, но мы можем продолжить игру. Чего? Разве такое возможно? Кладем карту. Это типа еще карточная игра. Я не запускал игру. Он как всегда, этот чел умудряется что-то новое сделать. Вот эти глаза, как у меня прямо. Реально как у меня. Очередная соискательница. Прошла целая вечность. Вероятно, ты забыла, как играть в эту игру. Позволь мне напомнить. Блин, а типа делать вид, что я играл уже в эту игру. Я не играл. Я не играл, и тем более я не соискательница. Давайте, напомните, пожалуйста. Играй белкой. А че это я... Почему я должен играть белкой? А куда играть белкой? Пофигу. Я очень плох в карточных играх. Теперь играй горностаем. Цена за горностая — одна капля крови. Необходимо кем-то пожертвовать. А. Белка аж дрожит от страха, и мне придется ее убить. Ладно, хорошо. Иди в жопу, белка. Вот горностай лучше тебя в разы. Так. Волку нужны две жертвы. У тебя их недостаточно. Чтобы завершить ход и начать атаку, используй звонок. Перед твоим горностаем никого нет. Хорошо. Что я должен сделать? В левом нижнем углу написаны очки атаки. Вижу. Бау! Он никого не ударил. Твой горностай нанес мне 1 единицу урона. Я добавил ее на весы. Ты победишь, когда моя чаша перевесит твою. Вот так. Мой ход. Окей. Твой горностай встал перед моим койотом. Уйди, койот! А! Мой койот мне нанес 2 единицы урона твоему горностаю. Значит, здоровье твоего горностая уменьшилось на 2 единицы. Это понятно. Если здоровье снизится до 0, существо умрет. Снова твой ход. А, хорошо, мы можем, по идее... Стоп. Можешь взять белку или же карту из своей колоды. А я не могу горностаем его хряпнуть. Ну хорошо, допустим. Да в целом-то зачем... Стоп. Ладно, видимо, мне нужно кого-то взять. Обязательно. Ну давайте возьмем волка. Не спеши, сначала возьми карту. А. Окей. Скука. Ну типа я могу уже же бить... Бам, сдох. Ты еще учишься, так что я пропущу свой ход. И снова дилемма. Случайная карта из колоды или привычная белка? Давайте случайную карту. Черепаха. Воу. У тебя не хватает жертв для этой карты, но зато у тебя есть белка. Типа, смотрим. Если у нас... Ну, вообще она не бьет. Ее только ради... в качестве жертвы можно, да, положить. Типа, мне нужно... Сколько мне нужно жертв... И, видимо, 2, да? Ага, кладем. И теперь я могу черепаху, да? Черепаха требует жертвы. Принеси 2 жертвы, да. Все.
Мне такая стрёмная черепаха, на самом деле. Кладись. Ой, я не прочитал, что написано. Ладно, не суть. Разберемся. Все? Типа черепаха есть. Бам! Ты нанесла мне одну единицу урона, так что я кладу на весы один груз. Пас. А, что за подвох? Я должен обязательно взять карту? Ну да, походу обязательно должен взять. И бьем. Бам. Бам. А мне поддается. А я могу теперь... Стоп, нет. Я могу теперь взять, допустим, волка. А, мне нужно две белки положить. Хоп, хоп. И для волка нужны две жертвы. Раз, два. Кладем. То есть теперь я могу, по идее... Да, сразу два урона нанести. Но я выиграл. Этот раунд за тобой. Но чем дальше, тем сложнее. Позволь мне заглянуть в твое прошлое. Хорошо, эта игра будет все равно нечто большим, чем просто карточной игрой. Ах, да. Ты заблудилась в лесу. Перед тобой появилась тропинка. Мы какой-то волшебник. Хорошо. К тебе осторожно приблизилось двое лесных обитателей. Бессмертная кошка. Если принести ее в жертву, она не умрет. Ух ты, интересно. Ядовитая гадюка. Ее яд смертелен для всех. Только одна карта украсит твою ничтожную колоду. А мне нравится вот этот. Твой караван пополнился еще одним существом. Отлично. Некоторые лесные существа пытались идти за тобой по пятам. Ты нашла оставленный кем-то рюкзак. Интересно, чел сам правила придумывает? Вот такие вот игры. Это очень интересно. Очень талантливый разработчик этот парень. У него уже три игры, и они все интересные по-своему. Ты нашла оставленный кем-то рюкзак. Ты нашла белку в бутылке. Разбей в экстренном случае. Окей. Возьми еще. Окей. Еще один полезный инструмент. Можешь перевесить шансы в свою пользу. Больше трех тебе не унести. Окей, мы продолжаем. Ты попала в засаду посреди бездорожья. Тут фишка в том, что когда мы начали игру, мы услышали тот самый, из который нам знакомый уже звук включения компьютера. Это было в Pony Island еще. То есть, типа, это все игры как будто бы связаны. В засаду... Бездорожье. Это что за пни? Это пни, они просто... А у меня булыжник. Окей. Ты пожертвовал мною, пока я спал. Правильный ход, я понимаю. Может, поможешь мне? А, твой ход. Пока подыгрывай ему. Что? Теперь ты можешь заранее видеть мою предстоящую атаку. Ага, он хочет волчонка меня ударить, один хп мне снесет. Предупреждаю, я очень плохо играю в такие игры, я тупой. Но может быть мы с вами тупанем вместе. Хорошо, чтобы положить, нам нужно... Хорошо, нам нужно вот белка. Что там у меня еще? Нет, ничего больше нету. Я так могу черепаху фигакнуть или гадюку, ну потом, наверное. Хорошо, вот одна жертва, кладем. Что, начнем? Мне тебе напомнить, предметы на столе могут тебе помочь. Да. Типа нужно двух белок, да, положить, чтобы я мог еще черепахой атаковать. А, погодите, я так понимаю, что я не могу. Надо сначала пройти через пень, прежде чем я что-то смогу сделать. Возможно. Ну, в принципе, давайте попробуем взять этих двух белок, сразу черепаху выложим на стол. Если только, конечно, у этого чувака не будет гадюки. О, а карте место уже, да? Фак. Ладно, пофигу, давайте попробуем. Всегда можно переиграть, правильно? Бэм! Бам-бам. Так, сразу вкоцал его. Что это? Остерегайся энергичного волчонка, он быстро взрослеет. Это как? Он типа усиливается с каждым разом. Погодите, а что у него еще есть? У него есть летучая мышь, которая летает и два урона наносит. Ничего страшного, черепаха живучая у нас тварь.
Мы можем кинуть змею, но нам ее некуда пока положить. Давайте посмотрим что-нибудь интересненькое. О! Волк. Прекрасно, прекрасно. Так, ну все, кажется, да? Ты можешь брать новую карту только в начале хода. Ну все, в принципе, мы можем только пробовать идти. Бам-бам. Волк вырос. Летучая мышь, будучи летуном, атакует соперника напрямую, минуя существ. Эх ты, сволочь. Сделал удар. А кто? Погодите. Летучая мышь миновала меня. Ах ты. Так, хорошо, мне нужна белочка обязательно. А, черепаха должна будет ударить по ней. Так, что это? Летун, карта с этим символом атакует противника напрямую, даже если напротив есть препятствие. Это очень плохо, что вот так вот все происходит. Я не ожидал никак этого. Мне надо волчонка поставить. Но у меня всего лишь горностай и булыжник. Надо подождать, пока булыжник уйдет. И потом возьмем еще одну белку. Ладно, давайте, удар. Бам-бам, все, сдохла летучая мышь. Отлично, берем белку. Значит, кладем белку сюда. И белку сюда. Теперь мы давайте волка. Бам-бам-бам. Все, волк против волка. Мне нравится такой расклад. На, сдох. Хорошо, Евгений, пока справляется. Выложили ли нам гадюку, пока непонятно. Либо попробуем взять карту. Волк. Надо будет белок набрать. Хорошо. Он, по-моему, уже ничем не играет. Мы сейчас просто выиграем и все, да. Ты победила и прошла мимо окровавленной тропы. Продолжаем идти. Так, опять же, мы что-то, да, интересное берем. Маленький волчонок подрастет после одного хода. И короткий... Короткий воробей. Недорого обойдется, если брать хиленького. Волчон... Вот воробей, интересно, он же летучий, он будет... атаковать через существо. Это интересно. Такого у меня еще не было. Во мгле ты наткнулась на странные камни. Ты была вынуждена избрать достойную жертву. Ту, которой ты лишишься навсегда. Оу. Нет. Даже не знаю. Гадюка, она всем наносит урон сразу. Ладно, давайте от воробья избавимся, извини. Ты окинула взглядом свой зверинец и выбрала здорового носителя. Что это значит? Выбери меня! Что это значит? Окей. Он меня навязал себя! Ну ладно, ты должен принести в жертву этот горностай... Или это кот? Какая честь. Бам! Жуткое зрелище. Воробей дает свою душу, а горностай ее принимает. Теперь горностай что, будет летать? Ха, интересно. Мне интересует больше не карточная игра, а то, что скрывается за всем этим. Узри мой тотем. Он добавляет символ летунов моим псовым существам. То есть он может через... Он обезумел. Ты же это видишь? Ему начхать на правила. Жалкое зрелище. Довольно. Он не хочет видеть, как я мучаюсь. Че он там положил? Летучая мышь, и у него теперь все летают. Абсолютно все. А у меня... Я даже положить никого не могу. Только белку я могу... Хорошо. Я тебя понял. Горностай, бери. Снова на доске. Да, ты снова на доске, детка. Уж прости. Бам! Удар. О, нет. Мой тотем одарил моего койота символу летунов. А, боль. Ух, ни хрена! Так, ну мне нужна белка обязательно. А я даже не могу походить, так как у меня всего одна белка. Ну ладно, мы ее положим пока вот сюда. Ничего не поделать. Слушайте, давайте-ка воспользуемся. Подкрутили, зубки вырвали. Ты заслужил этот бонус. Не думал, что ты впрямь этим воспользуешься.
Я и думал, что и впрямь я себе вырву зубы. Так, ну что, у нас выбора нет, бьем. Бам. Боль, боль, боль. И я просрал, да? Ты проиграла. Смягчить мое разочарование может разве что еще один урок. Встань. Я должен был проиграть, да? Встань из-за ста... Мне встать реально, но как бы... Что ты хочешь? Подай мне... Я думал, игра будет четвертую стену ломать и заставить меня встать и увидеть, что я не встал. Подай мне подсвечник, он на бачке, что у двери. Я должен был проиграть. Это дело не в моем не мастерстве или мастерстве, а дело в том, что скрипт такой. Так, он на бочке, что у двери. А где дверь? Мне вот это вот как-то стремновато. Он прям откуда-то из темноты смотрит на меня. А мы прям можем так идти? Блин. Хорошо. Принеси его сюда. А что это у белки? Можно я достану это? Так, пока он не смотрит. Или он, конечно, он наверняка смотрит, да, он смотрит. Но мы можем что-то поделать, посмотреть. Нельзя. Сейф! Ага, мы потом сможем узнать комбинацию. Здесь нет ничего, эта картина пуста. Это стол, картина стола. Но это пока что. Не-не-не-не, погодите. Это волк в клетке. Еще подсвечники. О, интересно. О, мы видим его руку. Хорошо, погоди, а это что? Какие-то супер артефакты. Я уверен, что-то они дадут нам потом. Ну ладно, ставим. А теперь сядь. Окей, садимся. Позволь тебе кое-что разъяснить. А? Это было твое право на ошибку. Если проиграешь снова, я принесу тебя в жертву. На чем мы остановились? Типа у меня только один шанс теперь остался. Все. Хорошо, давайте. Зоркая жаба отбивает воздушные атаки своим прыжком. Вероломный ворон, предвестник беды. Что значит предвестник беды? Что это дает? Но в целом у него очень хорошая атака. Ну и он летает. Вертлявый олень. Олень! Конечно же, олень! Перемещается после нападения. О, я хочу оленя, конечно же. Мы не можем, это наш канал, олень. Ё-моё. Так, это что такое? У нас есть выбор, куда пойти. Направо или налево? Мне нравится на вот сюда. Это как более таинственно. Тут понятно, что костер. О, нет. Это жертвенник, это алтарь. А все, что мы можем... Это принести, конечно, только змею в жертву. И олень, окажи нам честь, пожалуйста. О, так. И теперь он еще и будет всех бить, походу, да, как змея? Продолжаем. Мы оба можем выбраться отсюда. Ответ кроется в этой мерзкой хижине. Замолкни, а не то я тебя на крючки, на клочки порву. Горностай — это наш, как бы, друг здесь. Лихта Великая. Или Пихта Великая. Пихта, то есть Лихта. А, блин. Так, что мы хотели? Мы хотели положить... У него гризли 4 атака сразу. Хрень полная. Смотрим, у нас олень. Нужно 2 крови. У нас только одна. Стоп, а я могу перемещать великую пихту? Не могу. Я не знаю, что мне делать. Ладно, пусть будет белка. И, ну, горностая давайте. Ты уверена? Нет. Но это пока все, что я могу сделать. Бьем. Вот, по медведю. О, нет. Сдох.
Плохо дело, друзья. Очень плохо дело. Он мне сразу 4 хп снимет. Так. Типа не хватает жертв. Да я знаю, что мне не хватает жертв. Вот. Все. Я больше ничего не могу. Мне нужно еще одну белку. А, мне придется ее положить куда-то вот сюда. Я понял. Давай бьем. Сейчас у меня сделает... Так. Олень, твой выход! Мать моя! Бам! Сдох! Фух, фух. Так, еще белочка, пожалуйста. Кажется, все. Есть. Давай! Сюда! Так, волк, приносим в жертву тебе простых маленьких невинных белочек. Атакуй! Бам-бам-бам! Давайте еще белок наберем. Да. Продолжаем. Ух! Окей, мы прошли. И туда одновременно неизвестное что-то. Поэтому давайте выберем эники-беники, ели-вареники сюда. Ну что же, гадюка. Гордый волк, жестокий соперник. 3 он урона несет. И жаба, которая прыгает, которая поможет мне отразить атаку. Давайте возьмем волка. Окей. И вот что-то мы еще найдем сейчас. Предметы, которые позволят нам выжить. Так. Все твои карты воспарят в воздухе, но только на один ход. Ну, конечно, это очень интересная штука. Давайте... Выбери одну. Выберем вот это. Пожертвовав ею, ты получишь 3 капли крови, если не обращать внимания на ее бление. 3 капли крови? Хорошо. Давайте вот это возьмем. Полезная вещица. Переверни ее вверх дном, и тогда я пропущу свой ход. Ага. Пусть это хорошая штука, хорошо иметь в арсенале. Обремененная 3 предметами, ты продолжила путь. Хорошо, и вот здесь будет финальный босс, кажется. О, мне нравятся декорации. Деревья начали смыкаться, и на тебя опустился холодный туман. Издалека донесся звон железа. В твою сторону ковылял какой-то мужчина. Иха! Это был старатель. В кого он теперь опять? В старателя? Легкий босс. Нацелься на мула. На мула? Так. Мул. Но он не бьет. Но что он дает? Не понимаю. Булыжник. Мы не можем, к сожалению, переместить. Я не знаю, что вот это значит. Типа он перескакивать будет? Так, у меня нету ни одной, да. У меня только есть пока одна белка, и горностай всегда появляется. Давайте попробуем горностая. Ладно. Давай, вперед, горностай. Удар. О. А. Так, сразу 3, я могу сейчас... Козу использовать, это да, я смогу. Давай. Черная коза. Ставим. Что, что происходит? Погодите, черная коза дает сразу 3 крови. Ну. Я могу только сюда использовать ее? Что-то я не понял, видимо, действие козы. И что это дает? А, для нее самой нужна кровь. Все, я понял, хорошо. Это у меня будет 4 крови, ну ничего, ладно. О, как, какие волки у нас есть? 3 и 2. 3 и 2, не все одинаковые. Ладно. Типа того. Давай, горностаюшка, живи, ради бога. Так, еще и волк, он будет по булыжнику дубасить. Так, берем. Обязательно берем. У меня еще есть, получается, 1 кровь, поэтому можем уже ставить.
Нет, у меня же было! У меня же было! Полное говно! Ладно. О нет. О нет. Так, забираем. И пока все, что я могу, это продолжать бить. Бам-бам-бам. Ты ведь не надеялась на легкий поединок? Не знаю. В этих картишках золото. Чего? Золото. Я добыл золото. Слушайте, тут вообще правил никаких нету. Надо просто плыть по течению. Что это за пес? Гончая. Он убил моего гребаного... А где мой олень? Так. А я могу что-то с этим сделать? Золотой самородок, я ничего не могу с этим сделать. Я могу только взять еще карту. Мне нужна белка. Типа... Я просто отхватываю за ними. Давайте попробуем взять... Волк! Хорошо. Белка. Белка. И тихо. Гончая получит... Сразу, я сразу убью ее. Тут еще есть волк. Тоже свирепая тварь. Давайте попробуем сначала... Наверное, сюда поставить и убьем волка. Все-таки он мне больше урона нанесет. Я думаю, это пока что вот так вот и по-другому никак. Сдох, мразь. Ау. Будь ты проклят. Вот что нужно делать? Типа могу только поставить пока что. Но не более. Хорошо, но это даст мне, по крайней мере, защиту. Раз. Что это? Эх, гадство, мой мул. Понятно, у мула есть что-то, что мне понравится. Так, белка сдохла. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Кошка, которая бессмертная. А, гадюка, которая всех коцает. Ей нужно две. Еще одна кошка, волк. Так, не дам тебе играть, пока не возьмешь... А, извините, пожалуйста, сэр. Возьмем карту. Так, теперь смотрим. Нам нужно взять белку. Раз. А нам нужно взять белку 2. Я бы взял гадюку. Это пока все, что я могу взять. На самом деле, больше ничего не могу сделать. Так, окей. Упс. Кошка, кладись. Ну, погодите, а я могу принести в жертву эту гадюку? Я могу в жертву гадюку, кстати, принести. Прямо здесь и сейчас. Хоп-хоп. Все, давайте попробуем так. Фиг его знает, правильно это было или нет. Сдохла собака. Оп. А, самородок меня спас. Нет. Белка. И кладем кошка. Что-то нам это даст. Есть! Отлично. Позволь мне вновь зажечь твои свечи. Я тебя пока не убью. О, как мне нравится эта игра! Ты первая за долгое время, кому удалось справиться с боссом. Да. Он мне просто льстит. Я уверен, это говорит каждому игроку. В качестве награды тебе разрешается выбрать редкую карту. Выбирай с умом. Давайте посмотрим. Крайне неприметная особь. Странная личинка. Я думал, что это дохлый кролик. Ура, Юли. Столь грубая сила не нуждается в разъяснениях. Да, я вижу. И скучный гек. Может, ты найдешь ему применение? Один. Ну, типа, потому что он редкий? Странная личинка, и тут нарисованы часы. Я не знаю, но для этой вот штуки нужно аж 4 крови.
Давайте попробуем взять вот это. Трудно сказать, почему я это выбрал, потому что я хитрый. И мою хитрость вы узнаете только потом. Скоро, но не очень скоро. Главное, оставайтесь со мной, лайкайте. Кстати, вот прямо вот сейчас лайкайте, потому что я тут играю, и я еще болен. Надеюсь, вы не заразитесь через экран. Технологии еще не настолько развились, нет? Чтобы я вас не заразил случайно. Надеюсь, вы в масках. Итак. Удары. Кирки и старателя все еще гремели в ушах, но ты продолжила свой путь. О, новая локация! Едкий запах гнили и плесени пронизывал влажный воздух. Мы в тропиках. Каждый шаг отзывался звуком ползающих существ. Ты с опаской вошла в болотистый край. А, это болото. Даже не знаю, выберем давайте что-нибудь. Неприкосновенный улей. Если до него кто-то дотронется, у тебя в руке появится пчела. Хорошо. Юный олененок. Он быстро растет и совсем скоро станет оленем. Кажется, выбор очевиден. Крепкая черепаха с почти непробиваемой защитой. Что это? Мой зуб? Ладно, берем просто оленя. У нас нет выбора. Оленя всегда ставим на оленя. Итак, мы можем сделать сейчас жертвоприношение, можем найти барахло. Давайте найдем барахло. Окей. При острой необходимости можешь разрезать одну из моих карт. При острой необходимости. Это каламбур. Ладно, у меня есть... Вот зуб, конечно, можно еще накидать. Но нет, нет, нет. Я думаю, я возьмем вот это вот, черновенькое. Окей, всего один предмет. Итак, так. А, что там накидал? Здесь есть пень и жаба. Жаба летает. Нет, она защищает от летучих. А! Фу, паучок. Фу. Свали нафиг. Что ж, давайте смотреть. У меня олень уже вырос? Этой карте нужно больше жертв. Да, мне нужна жертва. Давайте странную личинку положим. Сейчас посмотрим, как это будет работать. Так. Окей. Ау. О! Она стала... Я понял, что это значит. Нужно дать время. И она станет огромной бабочкой, которая будет... Как называлась эта огромная бабочка, которая сражалась с Годзиллой? Я не помню. Альфа. Есть какая-то альфа. И гадюка. Но я боюсь, что... Не, жаба не успеет убить, точно. Ладно, давайте возьмем белка. Да, возьмем белка, ждем. Тихо. Нет! Моя бабочка! Будь ты проклят! Хорошо, что мы можем сейчас сделать? Да посмотрим. У нас здесь есть альфа, которая бьет один раз. Есть лягушка, которая два, и вот это. Надо бы справиться сначала с лягушкой. Значит, давайте кладем две белка. Раз белка, два белка. И волк бьет гораздо сильнее. Но мы воспользуемся оленем, так как оленя будет достаточно, чтобы грохнуть всех. У нас есть более зачарованный олень. Что-то там все больше и больше. И оленя мы его убили. И я просрал внезапно. О, боже мой. Как это досадно. Что, все? Это все? Хорошо. Давайте посмотрим, что здесь. Теперь ты должна принять иное решение. Назови не самого зверя, а цену, которую ты готова заплатить. Максимально я готов заплатить. Чудовищный гризли, одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, насколько он полезен в бою, да? Я вижу. Случайная карта, цена 3. А чего ты ожидала? Я играю на максимум. Всегда максимальные ставки мы делаем. Итак. Снова алтарь. Ладно. Кого же мы положим? Я хочу увидеть, что вырастет из этой прекрасной личинки. Олененок?
грохнем олененка. И кто это сделает? Кому будет оказана честь? Я даже не знаю. Так. Давайте медведь. Бам! Он типа будет расти теперь. Из медведя появится бабочка. О, что-то новенькое. Что это? Ух. Так, смотрим. Это, короче, тотем, который делает вот эту штуку. А что это? Бегун. В конце хода владелец карты с этим символом перемещается в сторону, изображенную на символе. Ага. Ясненько, ясненько. Итак. Горностай все еще здесь. Он живой, в отличие от всех остальных. Так, ты не можешь... Что написано? Этим ходить пока нельзя, но вот белка бесплатно. Да, это я понимаю. Так, давайте положим вот сюда. Здесь вроде бы... Пчела, пчела, пчела. Давайте попробуем положить эту странную личинку сюда. Ход сделан. Мы ждем. Ау. Говно полное. Так, 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 так. Белка, белка, стой. Белка, кладись. Горностай, иди и сражайся, бич. Сюда не стоило. Почему? Ты больно много знаешь. А почему-то ты карта, а я игрок, а? Не выпендривайся, давай. А, надо было сюда... Да, точно, я понял, почему не стоило сюда. Ты умный, ты мудрый, горностай. О, блин, огромная хрень. 7! You're gonna die. Так, все, я понял тебя, горностай, ты мудр. Не по годам. А почему она не вздыхает? А, я нанес, нифига. Тихо, 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 тихо. Возьмем белочку. Итак, раз. Два. У меня еще там гризли ждет. Хорошо, у меня 2 летающие, 7. Кое-кто так подохнет сейчас. Бам! Я что, забыл рассказать про чрезмерный урон? Урод! Излишний урон не уходит впустую. Он переносится на карту позади изувеченного трупа. Тебе повезло. Как жестоко. Ты нанесла мне больше урона, чем нужно. Впрочем, в моей игре за такое полагается награда. Если бы быть точным, весь излишний урон превращается в зубы. Охотника заинтересует твоя добыча. Во! Мне нравится. А откуда? Он что, знал, что я собираюсь все это делать? Я не знаю, как это так получается, короче, но я попадаюсь во все вот эти вот скриптованные штуки. По пути тебя остановил охотник, который желал подать свою пушнину. Что-то в его внешности настораживало, но все твое внимание было обращено на товар. О, нет. Хочешь позырить на мои шкурки? Звучало очень странно. Одну шкурку за даром даю. Золотая шкурка, волчья шкурка, кроличья шкурка. Так, хорошо. Одно дает, спасибо. Ты их качество видела? Ты уже уходишь? Прошу, возьми хоть что-то. Окей, типа я могу взять все 9 зубов, сейчас кинуть. И получить вот это, да? Спасибо за сотрудничество. Хорошо. Он заверил тебя в высоком качестве шкурок. На первый взгляд они кажутся бесполезными. Но он сказал, что... Лавочница дальше по пути может кое-что за них предложить. Хорошо, у нас здесь рюкзак. Мы сейчас найдем что-то клевенькое. Хм. Больше 3 предметов с собой брать нельзя. А у тебя их уже 3. Может, вместо этого ты примешь подарок от моего друга? А? Кто это? Мышь! Это мышь! Мистер Мышь. Вьючная крыса. Бережливая вьючная крыса. Никогда не сомневайся в практичности набитого вьюка.
Окей, хорошо. Так, давайте пойдем вот сюда. Я забыл, что это, если честно. А, с тотемом что-то будет, да, точно. Хорошо, хорошо, хорошо. Меня. О, говорит, ее. Его. Но против кого? Против койота? А что ты можешь, горностай? У тебя всего один, но я верю. Хорошо, давай вот сюда поставим сразу. Ой, неприятные пальцы. Сразу. Вот сюда? Допустим. Мне нравится этот чел, он клевый. На первом ходу нельзя брать карту. Извините, извините. Но ты играешь тоже не по правилам. Сразу 4. Что это? Что это за киты? Ну, давайте возьмем белочку. И это все, что я могу сделать. Я сейчас всосу, кажется. Мы сделаем так. Пусть он пропустит. Я пропущу свой следующий ход. Хорошо, хорошо, хорошо. Хоп. Я вынужден спасовать. Да, вынужден, бэтч. Потому что Евгений ходит. Так, белка раз, белка два. Давай возьмем волка. Никакой из них... Они все одинаковые, по сути. Окей. Я не знаю, что это значит. Давайте убьем этого чувака. Этого койота гребаного. Подохни, койот. Много всего, блин. Я не знаю, что мне делать. Ладно, давайте возьмем, посмотрим, кто это. Кроличья шкура, что даст? Типа, мы делаем защиту таким образом? Окей. Ау. Нет, я сдох. Увы, тебе пора умереть. Нет. Стой, 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 стой. Я реально сдох. Но это и в то же время продолжение игры. Ты еще не умерла. Это не чистилище. Хотя разница не такая большая. Пока твой срок не истек, я хочу кое о чем попросить. Хочу сувенир на память о тебе. Твоя собственная карта смерти. Пока что она ничем не примечательна. Мы с тобой вместе это исправим. Я хочу, чтобы она напоминала о тебе. Вот несколько карт из твоей заурядной колоды. Мы можем найти им хорошее применение. Прошу, выбери карту, у которой мы отнимем цену. Волк, давай волк. Волк, две капли крови. И еще одну, на сей раз я заберу ее силу и здоровье. Смотри числа. Ага. Сила и здоровье. Сила и здоровье у нас не особо-то много... Ну, хорошо. Вот это. Сила 3, здоровье 2. Окей. А теперь выбери карту, у которой мы позаимствуем символы. Так. Вьючная крыса. Нет. Олень. Олень всегда нам плохого не посоветует. Поэтому да, давайте. Олень, символ бегун и прикосновение смерти. Да, классные символы. Я так и не спросил твоего имени. Так. Я могу по-русски писать? Юджин. Осталась последняя деталь. Портрет. Ты готова? Улыбаться не нужно. Я не могу. Мой мозг думает, что меня сейчас реально сфоткает. Этого не может быть. Он возьмет аватар из Стима, да? И вот опять. Очередной соискатель. Похоже, время пришло. Пора тебе узнать про кости. Находчивый опоссум обойдется в две кости. Ты получаешь кость каждый раз, когда твое существо умирает по той или иной причине. Окей.
Кому-то положил гремучник. Стрёмная хрень. Стрёмная, блин, хрень. Итак. Ну и у меня нет костей, да, получается, сейчас. Я могу только горностая впендюрить. И все, давайте положим белька. Ну, горностая сразу убьют. Да? Три, блин. Ну-ка, мы можем еще одну белку? Оп. Да, вот так вот. И давайте лучше положим волка. Оп, оп. О, две кости! Гибель твоей карты подарила тебе кость. Я не знал, что эти тоже дают. Кости, ты можешь потратить свои кости, но в конце раунда они все исчезнут. То есть лучше это сейчас сделать, да? Хорошо. Окей, ходим. Я не убил змею? О, нет. Погодите. Давайте положим. Оп, и еще кость заодно получил. Очень круто. Давай, горностай, в бой! Бам! А, где мы? Ох. Я забыл взять твою фигурку. Встань и принеси ее мне. Она возле сейфа. Как мне нравится, что даже проигрыш карты все равно ведет нас к прохождению игры. Возле сейфа, возле сейфа. Так, я так понимаю, часы можем как-то, да? О, можем их настраивать. Ладно. Как нам? Что это? Окей. А, я могу выбрать любую фигурку сам? Там кто-то внутри. А, блин, я не могу подойти. Ну ладно, давайте посмотрим вот так получается. Ага. Только вот эту я могу взять. Ага. Пожалуйста. Продолжим. Типа мы теперь... А, мы можем вот так смотреть на карту еще. Хорошо. А теперь я мальчик. Теперь он считает меня парнем. Потому что сказал соискатель в этот раз. Тощий койот. А чего ты ожидал за четыре кости? Окей, этого раньше не было. Теперь я могу не только белку использовать. Грустный гремучник. А, гнусный. Хрупкое создание за вычетом этих чудовищных клыков. И неубиваемый таракан. Он возвращается в твою руку после смерти. Интересная штука. Мне нравится. Я возьму таракана. А знаешь что? Можешь встать со своего сиденья, чтобы улучшить кровообращение. Типа могу... Я не тиран. Можешь вставать, когда карта на столе раскрыта. У меня будет время спланировать твой следующий поединок. Только не трогай мои пожитки. То есть ты как бы настаиваешь. Опа, мощный прыжок. А, тут как бы правила, хорошо. Можно не сразу забить, потому что он все равно ими не пользуется. К сожалению, я пока не знаю, что у нас нет никаких подсказок. Мы можем крутануть. Мы можем вот здесь. Вот эта вот белка когда-нибудь отдаст мне свой кинжал. Мы должны будем убить этого чувака, я уверен. Оп, задули свечку. О-о-о. И уйти отсюда мы не можем. Это пока нельзя использовать. И с ним поговорить тоже нельзя. Окей. Я думаю, друзья, на этом мы с вами остановимся. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Мы будем продолжать играть в эту игру в следующей серии, которая выйдет очень скоро. Огромное всем спасибо. С вами был Юджин, и всем пять!